Большинство девушек уже начали готовиться к сезону бикини, и команды Glambox идут в ногу с нашими желаниями и потребностями. В свет вышла лимитированная серия Slimbox, где собраны средства для коррекции фигуры. Из этого наполнения коробочки я выделю то, что действительно заслуживает вашего внимания и даст результат, естественно, в комплексе с тренировками, питанием и уходом. К слову о тренировках. Замечательная вещь была в коробочке, которую я тут же опробовала. Это скакалка с пластиковой ручкой и силиконовой нитью. Я оценила эту вещь с точки зрения спортивных нагрузок и хорошего чувства юмора команды Glambox. И, кстати, скакалка в тренде неоновых ярких оттенков. Переходим к кремам. В коробочке находится 60 мл антицеллюлитного крема с молекулярным кофеином. Крем имеет легкую водную консистенцию, свежий аромат, он легко впитывается и хорошо увлажняет кожу. Делает ее нежной и приятной. И, на мой взгляд, это все, что он делает. За счет большого процентного содержания в составе кофеина, крем подтягивает кожу и придает ей тонус. Состав не указан был на упаковке, и я нашла его в интернете. Небольшой пробник концентрата от видимых проявлений апельсиновой корки. Практически в начале состава находятся активные компоненты. Это ламинария и цитрусовые. За счет этого крем немного покалывает на коже и имеет цитрусовый аромат. А также у него легкая консистенция, не оставляющая липкого эффекта на коже. На очереди средство подтягивающее от Ифраше. Оно имеет гелевую легкую текстуру и не оставляет ощущения липкого эффекта. Дает ощущение гладкости, силиконистой гладкости кожи. У средства легкий свежий аромат и чувствуется в нем спирт. И он действительно есть в составе на втором месте. Также в начале состава есть кофеин. В самом конце списка экстракты и в частности это ламинария. Для массажа в коробочке есть масло, способствующее похудению. На основе эфирных масел герани, майрана они дают тонус кожи и стимулируют обменные процессы. Полный состав не указан, и мне не удалось его найти в интернете. Масло имеет эфирный аромат, легко впитывается и увлажняет. Как питательное средство для антицеллюлитного массажа будет отлично работать. Следующее – грязесолевая маска для тела, которая призвана усиливать микроциркуляцию крови, лимфодренаж, а солевые частицы создают эффект пилинга. Эту маску можно делать как обертывание. Аромат у нее травяной. Секунд через 15 на коже вы ощущаете покалывание, причем достаточно ощутимое. Маска очищает кожу за счет грязевой основы, охлаждая ее и придавая ей тонус. В маске много дополнительных химических компонентов. Я бы не стала ее покупать за более чем 3000 рублей весом в 600 грамм. А взяла бы черную глину, морскую соль, экстракт водорослей, добавила бы какао и объединила все с жидким экстрактом душицы или ее отваром. Капнула бы эфирные масла лимона и апельсина, и у меня получилась бы маска ничем не хуже этой. После такой процедуры неплохо бы принять расслабляющую ванну. Об этом тоже подумали составители коробочки и предложили нам в качестве релакса масло для ванны. У меня с шоколадной пищевой отдушкой. К сожалению, она не вмешана в продукт, а налита немного сверху. Поэтому при разогревании в руках масла либо в воде, как указано в инструкции, масло не дает аромата. Для тех, кто не любит ощущение маслянистой воды в ванне, можно его использовать как массажное масло или как баттер для тела, так как его основа – это масла какао, кокоса, карите, манго и растительные экстракты ромашки и зеленого чая. Масло легко распределяется и впитывается. Конечно, переборщив с ним, может появиться ощущение жирности. Распределяясь по коже, масло раскрывает легкий оттенок какао. Что ж, думаю, мотивация для ухода за собой очень мощная. Ухаживайте за собой, получайте от этого удовольствие и видимый эффективный результат.